Всем здрасте, ребята. Давно у нас не было свинки. Да. Ну и, собственно... Вау, я просто отходил, не видел вот этого. Это интересно. Это интересно. Так, они все идут в ту сторону. Чинить. Один там сидит, чинит, сейчас к нему подойдем. Так, хорошо. Оставь лучше напоследок, у нас есть, если что, ну, из интересного такого, что я обычно не беру. Вот, также перегрузочка. Орешек. Не хочет орешек. Также перегрузочка, им не укрыться, и преследователь, чтобы со старта понимать вообще, в какую сторону нам направляться. Первого чувачка вешаем. Там две Катюхи, непонятно, по которой бить надо. Хотя... Сейчас узнаем. Это одержимость. Найс. Возвращаемся. Чисто жетонь. Нормально? Вы видели? Она блочила. Она получит сейчас свое. Ай-яй. Такой какашкой быть. Сюда. Говорю, ай-яй, такой какашкой быть. Так. Ты ж какая. Пойдем потихонечку. Генчик откатывается. Замечательно. Это плохо, нас, наверное, видели. О, минус два жетончика. Это печально. Так. Сюда. И в центр. Наверху чинил чел. О, другая Катюха того спасла. Он уже... Дай набить жетоны, не подставляйся. Оу. Чуть-чуть. Ладно, пойдем за ним. Еще бы генчик тут ударить. Было бы вообще замечательно. Кружочек. Еще кружочек. Хорошо. Второй завели. Это замечательно. Никто не остался, кстати. Плюс жетончик. Хорошо. Задушим чувачка, но у него, скорее всего... Мой косяк. Надо генчик стукнуть. Сверху чинит, охренеть. Так, жетончик есть. Ля, вдвоем ждут. Это что, подарочек мой новогодний? Что это такое? Надо было бить. Топанул. Засранец. И вниз. И этот чинит сидит. Пытаются меня развести на этот ген, но мы его не должны отдавать. Ну, пойдем за ней же, ладно, минус жетона опять два сделаем. Типа не беда.
О, или нет, даже так. Хорошо. На тебе еще один. Так. Успеем даже генчик откатить. Пусть уходит в правую сторону. Угу. Так. Хорошо. За счет перка мне укрыться сейчас хорошечно отыграли. Так. Мы за ней пойдем, она последний раз. Гибкости нет. В окно будет прыгать, скорее всего, да. Ошибка. Бля, они все заводят и заводят, короче. Это печальная ситуация. Хорошо. На двоих, конечно, висит уже, но... вот это сейчас ген дадут просто в центре, и все. Они его и чинят. Окей. Может, не его. Пойдем за ним. На них на двоих эти шапки висят, капканчики. Они чинить не могут, поэтому сейчас просто будем этого преследовать здесь. Захерачим его, повесим. О-о-о! Я за ним пойду дальше. Так, сюда. Хотя вторая в шапке, если будет чинить, то сделает правильно. А она и чинит. Теперь за ней. Угу. Так. Этого теперь сюда. 8 жетончиков у нас есть, оставь лучше напоследок. А чел, походу, до талого сидит чинит, да? Нет. Убежала капканчик, походу, снимать тогда. Хм. Но тут нужно угадывать. Здравствуй, дорогой. ГГшечка. ГГшечка, вот вам и свинка, короче. Как вы там говорите, слабый ман, все такое. Ну, с картой повезло, да, будем честны. С картой повезло, RPG сам ее поставил, естественно. Сурвы какие-то тоже слабые, да, да. ГГшечка. ГГшечка. Что у них было? Без огласки, орешек, прояви себя решающий. Без огласки устойчивость, без огласки орешек. Ну, я считаю, нормальный билд. Билды.